топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе. Актриса Мирослава Карпович не привыкла делиться подробностями своей личной жизни. Однако в свой день рождения артистка решила показать на личной странице в Инстаграм, как ее поздравил с 35-летием актер Павел Прилучный. Карпович опубликовала фотографию, на которой она позирует с розовыми шариками в руках рядом с вертолетом. Оказалось, Прилучный организовал для возлюбленной полет на вертолете над Подмосковьем. Прилучный подарил Карпович полет на вертолет instagram.com/m1r0slava_karpovich. Мирослава выложила видео с высоты птичьего полета. Вертолет несколько раз облетел вокруг надписи на снегу. «Мирус, с днем рождения!» Артистка хлопала в ладоши и вытирала слезы радости. Мирослава очень обрадовалась сюрпризу instagram.com/m1r0slava_karpovich. Опубликованное видео Карпович подписала как «Прилучший волшебник», тем самым не оставив вопросов о том, кто ей организовал такой сюрприз. Топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе.